В новом сезоне в рамках регионального чемпионата КС-баскет на площадке встретились не только юные баскетболисты, но и друзья проекта. Любителям баскетбола они хорошо известны, поскольку активно поддерживают не только школьную баскетбольную лигу, но и этот вид спорта в принципе. Поиграть на равных со звездной командой школьникам удается в так называемом матче друзей. Выезжаем, когда на региональные финалы, и, кстати, всегда начинаем почти старт с Кировской области, здесь уже не первый раз. Вот, мы всегда переодеваемся и проводим матч друзей. Всегда почти побеждаем мы. Но, конечно, мы иногда делаем так, чтобы это было и как ничья, чтобы дети тоже себя почувствовали, что они вот на равных. Ну, нет, это, конечно, больше как шоу. Но бывают такие парни, что там даже иногда напрягаться приходится. В свое время, в том числе на Олимпиаде в 1992 году, Светлана выступала под 15-м номером. На матч друзей вышла под 10-м. Под ним когда-то играл ее супруг, выдающийся баскетболист, тоже олимпийский чемпион Сергей Белов. В том числе у нас и в команде играет мастер спорта международного класса Лахмянин Андрей, мастер спорта России Роман Двинянинов, президент Федерации баскетбола Кировской области Поперёков Владислав, а также играют представители компании Т-Плюс и MVP чемпионата школьной баскетбольной лиги 2016 года Кировской области Строев Дмитрий, который также является MVP матча звезд, в который проходил в городе Сочи в 2017 году. Матч проходит замечательно, но я хочу сказать, что при внешней расслабленности школьников настроены на победу. Вот сейчас они повели 3 очка. Нас уговаривать не надо, мы настроены всегда только на положительный результат. Ну, конечно, получить удовольствие, КС-баскет дает эту возможность встретиться вот именно друзьями в рамках баскетбола, в рамках официального чемпионата. Поэтому будем стараться победить, но все будет предельно чисто и в рамках правил. 18-10 и не 45 секунд. Матч друзей – это игра абсолютно особенная по настроению. Здесь нет давления счета, здесь не зашкаливает напряжение. Это баскетбол в удовольствие и для команды взрослых, и для сборной школьников. Как впечатление от матча друзей? Команда супер, и моя, и соперников мне понравилось. Кто ощущается больше, возраст или опыт у соперника? Опыт. Опыт, только опыт. Как вы считаете, все-таки они поддавались вам? Конечно. Но мы им тоже. На то он и матч друзей. На этот раз действительно победила дружба. На последней минуте игры счет сравнялся. 34-34. Понеслась, ребят.